10-12 августа в Анапе прогнозируют сильный ветер, поэтому туристам запретили в это время плавать в море на надувных матрасах и на катамаранах. В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов в воде запрещено, говорится в экстренном предупреждении Управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы. Всем необходимо быть бдительными и соблюдать правила. Кроме того, в Анапе 10-12 августа ожидается пожароопасность 5 класса. Туристов и жителей курорта просят не разжигать костры на своих участках в лесу и рядом с ним. Также запрещено выжигать мусор и сухостой. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.